Ваня, у тебя тоже все получилось хорошо. Зачем ты так говоришь? Нет. Это друзья, потому что два раза болит. Первый раз будет то Ничего, а я... вообще смотрю. Сделали, и каемочка пошла. Смотри, какая каемочка. Хорошо, хорошо. Только густой краской работал, поэтому у тебя вот такое получилось. Густая краска, смотри внимательно. Каемочку снизу, наверное, красить сейчас будешь. Не чисто получается зеленая краемка. Так, и контуры, ребята, где раскрыли, делаем полосочку. Саша, ты уже была. Контуры уже. Водичку заткни и захватай там водички. Давай вот попробуем. Я не знаю, краска не получится. А можно вот так вот, да? Можно вот так вот? Или да, еще. Вот так вот, можно до этого не сможешь. Смотри, вроде все нормально, да? Нет, не надо. Ну, вместе ничего страшного. Зайдите, главное здесь. Проводи, проводи, смотри. Не получится, потому что густая краска. Да, конечно, в такой-то краске. Да как же мы пластилином рисуем? Вот так вот. Вот такой. А теперь сейчас получится. Смотрим. Жидкая зеленая краска. Хвостик закрутили. Ты что трясешь? Раскрыла хвостик, поставила. Ставь. Легче? Легче идет красочка. Раскрой и подтяни, не бойся. Как хорошо рисовать какими-то красочкой, да? Да. Молодцы, да. Ну и не безумно один. Еще какие трава стоит. Так, ребятки, промыли кисточки. Дальше слушаем. Долго. Промыли как следует, и дальше шукаем сразу. Хорошо. Она должна вот в фету на забор.